твердо уверен, что где-то в галактике дальней, на пыльных тропинках, вдали от космических трасс, найдется планета, похожая с нашей детально. И люди на ней совершенно похожи на нас. Мой город, мой дом и квартира отыщутся где-то, согласно прописке, там занял 5 метров жилья мужчина, который курит мои сигареты и пьет жигулевское пиво не реже, чем я. У нас не в одни и те же заботы. Он носит мой галстук, он спорит с своей женой. И так же, как я, по утрам он спешит на работу, а вечером тем же автобусом едет домой. Ай-яй-яй-яй. И грустно, и скучно бывает порою, что некому руку подать, поэтому нам поскорее с ним встретиться нужно. Уж мы бы отлично сумели друг друга понять. Итак, решено, отправляюсь на эту планету. Я продал часы, свою бритву и новый утюг, дождался субботы, в субботу построил ракету. Ну, встречай меня, парень, встречай меня, преданный друг. Ведь у нас с тобой одни и те же заботы. Ты носишь мой галстук, ты спишь своей женой. И так же, как я, по утрам ты идешь на работу, а вечером тем же автобусом едешь домой. Ай-яй-яй-яй. Ей-ей-ей-ей. 3 дня я плутал переулками звездного мира, и к этой планете пришел на крутом вираже. Все точно совпало, и город, и номер квартиры, и те же соседи живут на одном этаже. Соседи сказали, случилось большое несчастье. Соседи мне сразу сказали, что эти 3 дня он бритву, часы, утюг променял на запчасти. И тоже решил полететь, поглядеть на меня. Теперь его заботы, мои заботы. Я ношу его галстук, скандалю с его женой. И так же, как он, по утрам я спешу на работу, а вечером тем же автобусом еду домой. Я еду домой.